Обстановка ровная, говорю, в общем и целом. С переменным успехом. Ну, говорю, в пекло сильно не суют. На первой линии. Танки их не ебаная, нахуй. Ну так, по вам-то не ебаст. Ну как там? 40-50 метров, нахуй. Не, ну да, да, вот уже хуй это. Ну, в землю падаешь, там. Ну, то есть земля, мама, все сразу родная становится, да? Вообще, да. У нас тут вон народ набирают в этот, в шторм батальон, ну, в штурмовики, нахуй. Я что-то подумал, думаю, не, ну его нахуй, с нашим обмундированием, блядь. Так а путевого ничего не выдали? Ну, хуй, считай, броня на 4-й класс защиты, нахуй. Чисто грудина и напашник, нахуй. И каски, нахуй, ну, образца 40-го года, нахуй. Не кевлара, я понял, да? Ну. Ну, а по оборудованию у вас что там? Современное ничего, говно или... Все старенькое, знаешь, родное, нахуй. А, ну что там, батя от меня обнимает, целую, ролика тоже обнимай. Добро. Я думаю, сейчас кипиш вроде продолжается, по-тихому скоро придется подтягиваться. Да брось, нехуй здесь делать, вот че слово, нахуй. Да нехуй, да оно нехуй, а это же сам, значит, по нынешней ситуации не так, чтобы спрашивают, насколько ты жаждешь этого. Ну, по возможности, говорю, сюда лучше, нахуй, соскакивать с этой хуйни, нахуй.